Умышленно так сказал, потому что на самом деле здесь все свои, и у нас официальный чай как бы не получится. У нас будет семейное, хорошее, доброе, дружеское такое товарищеское открытие. Я хочу поздравить прежде всего нашего автора. Подойди сюда, на выставке которого, да, мы присутствуем. Хочу еще раз вам напомнить, что 22 числа этого месяца Володе стукнуло 65. Это юбилей. И эта выставка, она получается как бы к юбилею тоже. И интересна она тем, что здесь собраны как работы старых лет, так и совершенно новые этюды, которые ни разу не показывались. То есть это определенный шаг в будущее. Я хочу сказать, что жизнь, особенно художника, не только не останавливается на этом возрасте, но наоборот, дает новый толчок, новый импульс, когда уже на фоне личного опыта, на фоне большого эмоционального багажа, на фоне переосмысления многого и расстановки правильных приоритетов, возникают очень интересные и возникнут очень интересные красивые произведения. Ну, насчет этюдности вы почитаете в буклетах. На самом деле, сама этюдность, как таковая в живописи, она присуща очень нашей российской академической живописи. Этюд надо понимать как некую зарисовку, как некий вот всплеск эмоциональный. То, что вот ты сейчас увидел, и тебя не столько поразило само вот это конкретика каких-то географических или каких-то мест или, допустим, предметов, а это эмоциональный всплеск. Вот ты ощутил вдруг неожиданную радость или грусть какую-то. И вот эта вот эмоция, она в этюде наиболее ярко отражается. Причем во многом, когда человек делает на фоне этого этюда там как бы пособие для дальнейшей работы, когда он начинает делать картинку, он во многом этот эмоциональный тафон и выпускает. Он больше склоняется к другому, к техническому воплощению, каких-то деталей и так далее. А вот эмоция может немножко утратиться. Но вот этюды это сгусток эмоций. Я хочу еще раз, чтобы долго не говорить, хочу еще раз поздравить Володю с выставкой, пожелать ему больших творческих успехов. Ну, мы с тобой теперь выровнялись в годах, и теперь мы с тобой можем говорить на одном языке. А то, знаешь, разница в возрасте не давала нам с тобой. Но сейчас появилась такая возможность, так что давай. Я хочу предоставить это совместный, да, уважаемые гости. Вот эта выставка, это уже третий совместный проект Екатеринбургского, то есть библиотечного центра Екатеринбург и Екатеринбургской академии современного искусства. Я надеюсь, что это не последний проект. Мне очень нравится работать с центром, с его сотрудниками, с Татьяной Рудольфовной. И я надеюсь, что наши отношения продлятся. Вот я сейчас хочу предоставить слово представителю Академии современного искусства Егорова Анастасия.